Привет, народ! Сейчас мы пойдем вон туда. Это южный берег реки Яра. Я покажу вам Мельбурн. Надеюсь, будет интересно. Пошли! Всем привет, ребята! Я вещаю из Мельбурна, Австралии. Сейчас я на южной части берега Яра Ривер, реки Яра. И это особенный привет из Австралии. Но, наверное, он был бы не таким, если бы я не сделал кое-что. Всем привет! Вот теперь точно мы вещаем из Австралии. И посылаю всем привет, и мы продолжаем наше путешествие. Это одно из самых любимых мест мельбурчан для прогулок, потому что здесь огромное количество кафе, баров, ресторанов. И если вы сюда придете, вам очень понравится. Люди очень любят здесь гулять, и вот можно посмотреть даже на другой стороне. Казалось бы, обычный ресторан, вот он полностью забит людьми. Несмотря на то, что у нас поздняя осень, впереди уже зима. И, кстати, по нам это не сильно и чувствуется. Я хожу вот в рубашке и в такой безрукавке, она, правда, утепленная. И большинство мельбурнцев также ходит. Мельбурн находится на юге Австралии, как вы знаете, и он является самым крупнейшим мегаполисом, который находится вот на юге Земли вообще. То есть ниже Мельбурна, по вот широте Мельбурна, не находится ничего из сильно крупных городов. Находится Хобарт, находятся какие-то города в Аргентине, но они несравнимы с практически уже 4,5-миллионным Мельбурном. Ну, это вид на миллион, тут не поспоришь. Кафе, бары, рестораны просто забиты людьми. Ну, наверное, вы уже привыкли к этому. Куда бы вы ни пошли, в Австралии везде есть кафе, бары, рестораны. И да, там люди любят сидеть и проводить свое время. Мельбурнцы такие предприимчивые, что они сделали бар или ресторан прямо на колонне моста в центре реки. Смотрите. Вот что значит тяга к ресторанам и барам. А это одно из самых высоких зданий Мельбурна. Очень высоко. И куда же без уличных представлений. I'm gonna do it, but I do need some more people to help. So I'm gonna try to do this now. Excuse me, sir, in the pink shirt. Can you give me a hand in this show? Now, guys on the ropes, just really quickly, because I'm going to be all the way up there. I just want to test, when I do acrobatics on the pole, it's going to move, oh God, it's going to move around like that. Is that okay with you? Right. Is that okay with you? Good with you? Right. If you could just look slightly less casual while I risk my life up here. Okay, can I get you to move a little bit up this way? Just give us a bit more of a spread. Yeah, if you're directly in line, are you still directly in line? Yeah, that guy, yeah, that's perfect. I'll get you move a tiny bit that way. Yeah, great. Here we go. One quick trick, just to make sure you guys are okay. And then the final part of the show. Here we go. One quick trick. Thank you so much. I'm glad you liked it. You got a great late night job. Children, wait.
могли видеть настоящие уличные представления, а мы продолжаем наше движение по южному берегу реки Ярра. Кого здесь только нет, чтобы развлекать туристов. Но это же круто быть туристами, правильно? То есть такая-то замечательность, как вам такое? На вас могут и шарш нарисовать, никаких проблем. Всего лишь $15 и шарш на вас нарисован. Рестораны, рестораны, рестораны. И ничего более. Также просто люди, которые гуляют. И радуются жизни. Сегодня воскресенье. Почему бы и не порадоваться жизни? Особенно, если вы работали всю неделю. Обстановка, конечно, расслабленная. И это хорошо. Потому что в Мельбурне в течение недели, особенно когда я здесь был в пятницу, чувствуется стресс у людей. Очень сильно работают, куда-то постоянно бегут, как в Сиднее, в общем-то. Но на выходных город, конечно, преображается и превращается в другой город. Чему я, в общем, несказанно рад. То есть разный Мельбурн. Есть утренний Мельбурн, вечерний Мельбурн, дневной Мельбурн, выходной Мельбурн, будний Мельбурн. И в зависимости от того, какой это Мельбурн, то обстановка в этом городе будет разная. Вот и подходит наша прогулка по южному берегу Мельбурна к концу. На этом месте я с вами буду прощаться и говорить спасибо, что смотрели это видео. Если вам нравится Мельбурн, как нравится, вот мне все-таки больше нравится Сидней, но так или иначе. Если вам нравится Мельбурн, поставьте классы, лайки, а также подпишитесь на этот канал. Здесь будет очень много интересного из Австралии, из Мельбурна, из Сидней, из Брисбена, из Дарвина. Об Австралии, об эмиграции в Австралии, об изучении английского языка по всему миру. А я увижу вас в следующих видео. Да, все ссылки в описании к этому видео, если вас интересует эмиграция в Австралию, образование в Австралии и по всему миру, Мальта, Ирландия, США, Канада и изучение английского языка по всему миру. Пожалуйста, обращайтесь к нам, добавляйтесь в друзья в Фейсбуке и ВКонтакте, а я увижу вас в следующих видео. Пока!